Все, а вы это из себя ничего не делаете. Ну, не то, что делаете. А, да, один гироскоп будет. Ну, это на ход работает. И ошибки на все выказывают. Показывают. О, я тоже ему говорю, надо китайская вещь, я по телефону помню, его хлопа в стол, он включился. Ну, я один телефон. Телефон. Ну, в одной коробке. Ну, что это гироскоп? Ну, три гироскопа, три гироскопа. Медон у тебя нет. О-о-о, сидит под зонтом, зонт держит. Я думал, скажет кто-нибудь. Да, Данил, подожди, не уходи. Что это, Данил? А? А что? Да мух растили. Давай покажем, как под зонтом. Там сиденье служит уже. Ну рассказывай. Сидит и издевается. А, значит, плотненько заткнул, понятно. А что, нормально? Я же старый дачник. Ну кто-то принес с собой зонт, а кто-то с покрывалами приехал. Грохочет-то как, а? Ты смотри. Так это хорошо, мы не в эпицентре оказались. Да по-любому. Да, эпицентр где-то там, может, над Академом прошел. Ну там сверкало хорошо. Да все равно. Ну вот уже вот-вот ходит. Вот. Сейчас он должен. Да, может, ты не будешь ничего больше предсказывать. Оттуда дул ветер, и там уже светло. Там светло, да. Все, Данил, пошли в жопу с твоим зонтиком. Задница и так уже мокрая. Давай, аппарат.